На сегодняшний день фактов массовых депортаций и выдворений граждан Кыргызстана за пределы России не наблюдается, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, а также представляющих угрозу национальной безопасности России. Такую информацию предоставили в посольстве нашей страны в России. Ранее в некоторых СМИ сообщалось о массовой депортации граждан республики. В посольстве напомнили об указе президента России Владимира Путина о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции, который гласит, что до 30 сентября включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, не принимаются решения об административном выдворении за пределы страны. До 30 сентября в отношении, значит, граждан, находящихся здесь в России, оказалось, что в нелегальном положении не будут применяться депортации, выдворения. Это правило, правда, не будет касаться только тех, кто нарушил, значит, в отношении которых имеется судебное решение. Порядка 18 человек было депортировано. Вот. Поэтому по поводу мы сделали официальные запросы, ожидаем ответы.